Добрый день, уважаемые ребята. Я хочу сказать, что у нас с вами сегодня сразу же, вот вы только не успели приехать, пришла команда «Северсталь», наши старые друзья, с которыми мы уже дружим больше 10 лет. Мы тоже ходили в школу. Не всегда нам нравилось ходить в школу, но это самый, как бы, такой нужный этап в жизни, да, чтобы вы учились хорошо, работали хорошо, приучают к дисциплине. Поэтому от команды «Северсталь» мы привезли небольшие вам сувениры, подарки, которые помогут вам. Поздравляем с началом учебного года. Учить хорошо, быть молодцом. И чтобы тебе все пригодилось. Поздравляю. Учись хорошо. Спасибо. Шокин Сергей. Учись хорошо. Да? Так, ребята, те, которые у нас старшая школа, и те, кто у нас поступили в колледж, вам немножко другие подарки. Тоже есть. Девочки, у нас в этом году идут 10 класс. Он с подарком. Будет даст записную книжку. Мы тоже им похлопаем. Давайте сегодня расскажем. Спасибо. Хорошая учеба. Отдыхайте. Спасибо. Помнишь ли ты свой первый портфель? Какой он был? Ну, сейчас, конечно, сложно это вспомнить, но большой он был. Я помню прекрасно, что, наверное, мне тяжело было, когда было много учебников, тяжело было таскать его.